Приветствую! Сегодня делаем разбор песни из репертуара Сергея Смирнова с названием «Я сегодня дождь». Разбор песни делаем в родной тональности, ми минор. Я сыграю пару куплетов, первый и второй. В песне 4 куплета, третий и четвертый куплет играется так же, как и второй. Итак, давайте я сыграю и все разберем. Я сегодня дождь, пойду бродить по крышам, буйствовать, панели полоскать, в трубах тарахтеть и никого не слышать, никому ни в чем не уступать. В трубах тарахтеть и никого не слышать, никому ни в чем не уступать. Я сегодня буду самым смелым, самым робким буду сам собой, разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу открывшей над рекой. Разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу открывшим над рекой. Разбираем аккорды для начала. Первый ми минор, четвертая, пятая струна. Прижата на втором ладу, бас играем 6, потом 5. Дальше ми мажор, септаккорд, вторая струна на третьем ладу, третья на первом и пятая на втором. Шестая, потом пятая играет бас. Дальше ля минор, первая открытая, вторая на первом, третья и четвертая на втором. Бас играем 5, потом 6. Следующий ля мажор, вторая, третья и четвертая струна на втором ладу, бас играем 5, потом 6. Дальше ре мажор, первая, третья струна на втором, вторая на третьем, бас играем 4, потом 5. Следующий ре мажор, септаккорд, первая, третья на втором и вторая на первом ладу, бас играем 4, потом 5. Следующий аккорд соль мажор, первая, шестая струна на третьем ладу, пятая на втором, бас будем играть шестую струну, переходной аккорд. Дальше до мажор. Первая открытая, вторая на первом, третья открытая, четвертая на втором, пятая и шестая на третьем. Бас играем 5, потом 6. И еще один аккорд, си мажор, септаккорд. Первая, третья и пятая струна на втором ладу, четвертая на первом. Бас играем 5, потом 6. Будем палец переставлять. Вот такие аккорды. Давайте разберем бой. Значит, играем бас, шестая струна, на примере аккорда ми минор. Вниз играем в пределах нижних трех струн. Дальше второй бас, пятая струна. Дальше вверх, я играю указательным пальцем. И вниз заглушка, то есть ударили по струнам и приложили ладонь к струнам. Вот такой бой. Таких сложных моментов не было в песне. Было только вот переход, соль мажор, переходящий аккорд. Вот играем на ре мажоре. Вот так. На соль мажоре играем только шестую и вниз. И сразу играем до мажора. Еще раз. Вот так. Ну вот, вроде и все сложности. Пробуйте, у вас обязательно получится, песня красивая. Желаю удачи, спасибо, пока!